Итак, всем привет, друзья! Меня зовут Антон, это Геральт из Риви, игрушка Ведьмак 3 Дикая Охота и дополнение Кровь и Вино. И сейчас я вам предлагаю немножко со мной пробежаться по дополнительным заданиям из DLS-ки Кровь и Вино. И вот наш первый персонаж, который хочет нам дать задание, владелец Винокурнюшу. Давай поговорим с тобой. Мастер Ведьмак! Вот удача! У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Несколько лет назад. Когда вы в прошлый раз были в Бакле. Учем зеленый такой. Я тогда оказался немного на мели, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Что-то припоминаю. Ты денег мне хочешь дать? К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались. Но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Ничего себе. Какой еще счет? Лицевой. Сберегательный. В банке Чанфанель. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Спасибо. Зайду при случае. Ништяк. Как обычно, ничего особенного. Надо будет заглянуть в этот банк. Конечно, сейчас заглянем в этот банк. Геральт ж не последний тупак. Правильно, чтобы деньги не забрать? Ты, конечно. Так. Так, вот это наш банк. Осторожнее. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? У вас открыт мой счет. Я хотел снять с него деньги. Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Давай, давай. Только не задерживайся. И сейчас бах, и ограбление банка. Ну не может быть, тут все так простенько. Вот реально. Вот смотри. Ну вот что те черты просто... Кошара. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайные обстоятельства, понимаете? В смысле умершим? Официально числится умершим. Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. О, бля, начинается. Ну, прям как в наших банках ладно. Все. Где это окошко номер один? А38. Ну-ну, пусть поищет. А сейчас она мне не даст тут справочку, будет еще какая-то херня надо будет. О деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А38. Это не тут. Да блять. Что значит? Что говна въебало? Вы сказали, что здесь мне дадут справку А38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой бумажкой? Может, наверху, в секретариате? Или внизу, в архиве? Ой, блядь, загоняют, суки, до смерти, отвечаю. Будем. Ладно, спрашивать. Пошли, побегаем. О, по-по-по-по-по-по. Так. Окей. Давай пойдем наверх. Может, там на верховные... Нет, правильнее, верховные ассасины что-то расскажут. Что тут, блядь, горит все так? Тут банк сгореть может. Так, я на очереди. Пошли нахер все уёбки. Вас тут не стояло! Пошли в жопу! Не стояло. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Преданностью.
Как лабрадор можешь служить. А мне справку давай. Я могу здесь получить справку А 38. Конечно, разумеется. Форму 220. Еба. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая... Точь-в-точь, как в наших банках, отвечаю, загоняют, суки, до смерти. Могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Значит, мне надо распоряжение номер 60 и форму 202. Так я только оттуда пришел. Сейчас вернусь. Сейчас я из нее, сука, сделаю эту форму. О, махач. Куда вы передо мной лезете без очереди? Нет, ты смотри. Ты что, в мордас хочешь? Никуда я не влезал, я здесь стоял с самого начала. Да, сегодня уже трое таких было. Каждый так говорит. Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу культурному обращению. Попробуй только. Эй, господа, хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем. Да ты закумарил, слышишь, мне надо документы забрать. Вот конь педальный. Можете проходить. Ух ты, я тут уже движняк собрался. Дальше вперед, царство мальчишки. Замшелы гробницы, стали каменья, уж я не прочу не знать. Я тебя научу вежливости! Хорошего понемножку. А все пиздате. Сейчас я дам тебе урок смирения. Тебя в угол, сука, загнал. Все, все. Да ты умираешь, волк. Все, блядь. До свидания. Я тебя научу вежливости. Вы должно быть... Вас тут не стояло. Пень. Иди в пень. Вас тут не стояло. И пришла, значит, вот мы куда она еще пошла? Ёб твою! Можно пройти по нему. Там же одни варвары. Вынь да положь. Он должен быть стоять. Я-то забредал в архив. Интересно, откуда у нее столько денег? Ну так я-то нашел ее. Нет более безопасного места, чем наш бар. И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один. Да что ты? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Геральт, чувствуешь, простите, как всем похуй? Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А это вы? У меня тут такое перерыв дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Так. Сесть и подождать конца перерыва. Зашибись. Окей. Будем сидеть и ждать. Что делать? Да, прикольная миссия с банком, ничего не скажешь. Прям под стать именно Геральту. Убийство чудовищ, дичайшее расследование. Эхе-хе-хе-хе. Придется подождать, у них перерыв. Капитан очевидности прям. В сиреневом костюмчике. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38. Хотя сейчас уже кажется форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П? Капец.
раз уж мы все равно здесь ждем... Не-не-не, до свидания. Я не умею играть в винт, я еще не научился. Вижу, вы здесь во всем разбираетесь. Наверное, решили тут не один вопрос. Ну, разумеется, мой друг, разумеется. И то удавалось обстряпать, и другое. Видите ли, на все нужен способ. А если нет способа, даже не дергайся. Наверное. Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп, ничего не действует. А если ничего не действует, что делать-то? Быть милым так просто и просто так. Ху. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов, и никто ей даже доброго дня не пожелает. Ща я пожелаю. Ща я ей такое, сука, пожелаю. Ей мало не покажется, она потечет от меня. Цветы или духи? Дело решится за 3 минуты. Не зря тут эти розы рядом стоят. Попробуем. По-любому. Давай, Геральт, бери розу. Ты не взял розу. Без розы не решается, ни хрена. Ты и Васик тебе лесик. Ладушки. Как говорил слепой, будем на посмотреть. Приветствую в банке Чанфанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А38 нужна форма 202? Я потерял на этом много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ривии мы. Сейчас найдем. Геден, Гемель. Вот. Геральт из Ривии. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что-что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Но прежде чем я уйду, хочу вам кое в чем признаться. Я сюда прихожу нарочно. Это как это нарочно? Ограбить банк. Чтобы хоть минутку с вами поговорить. Так что, пожалуй, зайду еще разок. Может, два. И в конце концов, быть может, вы мне... улыбнетесь. Я очень на это надеюсь. О, вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чанфанелли. Может, удастся что-то. Так бы и сразу. Бумажками. Так бы и сразу. По-любому удастся. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Это что, Чанфанелли? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят, но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? Гроши давай. У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем, сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка А38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле. Так что мигом управишься. Чанфанелли, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но мастер-ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим, только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. Ух ты, что это такое? От ее сиятельства? Да. И на его основании...
Я требую доступа к моему счету. А, у нас Геральт типа крутой перец уже. Ну, классно. Да, мастер-ведьмак, идем. Пошли, давай мне бабосы выдавай мои. Как там делишки, мастер-ведьмак? Не жалуюсь. Мои поздравления. А у нас вот не очень. Торговля вином идет все хуже. Наверняка из-за этих фиглярских названий. Нехилые ступенечки. Никто за пределами Туссента не знает, как выговорить, скажем, «Кот де блюсюр», потому люди и стесняются покупать. Готово. Ящик номер 256, с правой стороны, в конце. Ну, так бы и сразу. А там нету нихера. Или не деньги. Стопудово. Что-то другое. Чен Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте. Так что, как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Молодец. Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер? Разве бы я посмел? Я... Да ты охуел в край. Посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер-ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Один раз я уже дал себя обмануть. Второго раза не будет. Мастер Геральт, взываю к твоему рассудку. Можно же как-то договориться. Я эти деньги из тебя силой вытрясу. Стража, на помощь! Иди сюда! Ну, иди! Ну, сколько мне еще ждать? Сара! Да вы чё, суки, охуели? Сейчас мы тебя отделаем! О, ключ. Ключ! Вот я его достану. Конечно, ключ. Где ты, сука, выходи? Тут по-любому уже он на меня полно стражи натравил. Стопудняк. Так, Марианочка, закрой счет и выплати денежки. Благодарю. Мастер-ведьмак, вот твои деньги. Только, пожалуйста, не устраивай больше скандалов. И это все? 200 крон? Я ожидал, по крайней мере, несколько тысяч. Налоги, инфляция, все такое. С экономикой не поспоришь. Тю, блять, вот да. Это пиздец. Понимаю. А, мастер, и вот еще что. Не приходи больше в мой банк. Нам тут таких клиентов не нужно. Тогда свидос. Шел отсюда, чарша! Фух, вот это напряженная миссия была, капец, конечно. Спасибо всем, кто смотрел, с вами был Антон и Геральт из Ривии. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.